Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя-легенды. Так, Лига мастеров, одна звезда у нас пока еще. Но зато ранг 33, то есть это неплохой шанс нам вырваться во второй ранг. Блин, тут откаты еще. Так, ну ладно. Давай попробуем, блин, тяжело будет. Ух, как тяжело будет мне здесь играть, если честно. Хм. Че, тратить откаты? Придется, наверное, скорее всего, ребят. А другого варианта нету. Мне не нравится вот этот Микеланджело. Знаешь, чем мне не нравится? Потому что он сейчас будет, скорее всего, первым делать ход со своей инициативой. Хотя посмотрим сейчас. Нет, у нас Усаги переплевывает его. Окей, допустим. Так, вертушка, все дела. Минус двоечка. Ну и караечка должна... Ой, карайка, ё-моё, о чем я? Кунаичи, конечно же, кунаичи их добивает. Что-то мне в голову карайка-то пришла. Ни с того, ни с сего вдруг. Ладно, друзья мои, двигаемся мы с вами на 20-ю позицию. Так. Ну что же, я думаю, давай, наверное, возьмем маузеров. Я вот думаю, маузеры справятся у нас в соло. То есть вот с этими 72-ми, 74-ми уровнями. Вряд ли. Надо было брать подстраховку мне все-таки. Ну, сейчас посмотрим. Если сейчас не упадут, будет плохо мне. Фью. Нам повезло. Все упали, рухнули просто. В одночасье. Так. И мы переходим на 9-ю позицию. Шикардосик. Что я могу тебе по этому поводу сказать? Просто четенько все. Ладно. Крэнк, пора тебе выйти. Выступить, так сказать. За наше бравое дело. Я думаю, что он тут завалит 69 и 71 уровни. В принципе, это им должно быть по плечу. Так, ну что же, приступаем. Посмотрим. Надо, конечно, было бы брать небольшую подстраховку на всякий случай. Опа-на, а вот, ребята, и случай. А эти ничего им не сделают. Да ладно, Майки, извини, я сомневался почему-то, но ты удалец, просто удалец, ребята, взял их и распаковал. Чего? Вы что, издеваетесь, что ли, блин? С 9 на 3, 6 ступенек всего дали мне пролететь. Фига вы приколисты, я скажу. Просто, ребята, 6 ступенек дали мне пролететь. Так, ну что, друзья мои, завтра понедельник, завтра у нас будет новый буст, а я вот только буквально сегодня выложил серию с первого нашего буста, который был в среду сделан. То есть, ты сам понимаешь, у меня почти задержка уже в неделю получается, но я уже объяснял, почему. Вот. Но эту серию я надеюсь, что сегодня все-таки выложу, хоть я после тренировки, пока я, ребят, не расслабился. Решил, как говорится, записывать видосики. Потому что я знаю прекрасно, сейчас если прилечь на кроватку, то это все. А мне нельзя, потому что завтра мне в ночь... Ой, ты в ночь, завтра мне с утра на работу. И я хочу ночью спать нормально. А если я сейчас кимарну, я ночью уже не посплю. Соответственно, на работе буду как сонная муха. Так что будем терпеть. Время 5 часов вечера. Будем терпеть хотя бы до 10. Так, ну что, все пока идет, ребят, великолепно. Продвигаться будем потихонечку. Лига мастеров 3 звезды, наверное, сегодня будет, ребята. Но, скорее всего, маленький будет ранг там у нас. Вот так вот я тебе скажу. Маленький будет ранг. И, естественно, мне придется здесь потратить абсолютно все откаты, скорее всего. А их у меня не так много, 38. Ну, делим пополам. Это, грубо говоря, 15 и плюс еще... 3. 18 этих. 18 поединков, друзья мои. Слушай, а 18 поединков, это считай. Это считай ранг. Да, это получается, мы с тобой перейдем в Лигу мастеров 3 звезды. Но ранг будет, конечно же, я тебе говорю, маленький. Но у нас есть еще доллары, мы можем, может быть, воспользоваться ими. И тогда. И что тогда? И тогда наверняка вдруг запляшут облака. И кузнечик запиликает на скрипке. С
чего вдруг мне эта песня в голову пришла? Не пойму. Ну-ка давай, маузеры. Ага, этих супостатов добьем ракетами тогда. Все четко. Так, сегодня еще должно быть у нас продолжим события на Дракон и всадники Олуха. Должны так тоже разрулить всю ситуацию. Так, давай бесплатно тогда откроем здесь пак. Сейчас, ребята, ежедневки сделаю, чтобы нам сразу откаты все эти на руки получить. Пройти серию испытаний. Ну, давай вот здесь вот пробежимся. Возьму, наверное, Армагона, Маузеров, Кожеголового, Зека и... Ну, пускай будет Крэнк. Такой вот. Командой неубиваемой, грубо говоря. Ну, давай бомбочку бросим, фиксим. Жги, Маузер, лучами. В лучах света искупались, как говорится. Так, а здесь у нас Мутагеноид, Саблезубый. Блин, а мне даже... Ну, давай тройным, наверное, укусом сделаем. Вначале мутагеноиды попробуем завалить. Изи. Изи-пизи, друзья мои. Мы его просто раскукошили. Раскукошили. Ну и добивка. Муха нам, как говорится, здесь не показатель. Муху мы с тобой быстро наказали. Ну что ж, друзья мои, все очень крутенько. Все очень крутенько. Забираем здесь награду. И бежим с тобой. Куда бежим-то мы? Естественно, друзья мои, на прокачку. И я до сих пор еще никого не поднял, потому что серию я только сегодня выпустил, как говорится. Выложил. Там, где мы должны делать голосование. Так, ну что, Лапекс, 98 уровень, наконец-то. Еще, ребята, 2 уровня, и все, мы от нее отстанем. Мы от нее отстанем и будем прокачивать уже... Подожди, какой Микеланджело? Погоди. Мне нужен Рафаэль, оригинал. Что-то я не всосал, а что за фигня-то, эй? А, он ниже, наверное, да? Че? Вообще уже запутался. Рафаэль оригинальный. Он же, ребята. Он. Его качаем, его. Так, поехали. Значит, нам нужно найти одну шляпу с напитками. Да вы серьезно? Да куда ты тыкаешь постоянно, Рэй? Хорош, завязываю. Блин, почему-то вот в этих нету, а вот здесь мы находим быстро. Ага, быстро. Да вы издеваетесь, что ли? Твою налево, блин. Эй! Вот оно, блин, офигеть! Сколько там? 8 фонариков надо нам. Раз фонарик. 2. Доска для серфинга. 3. 4. 5. 6, у нас кончится сейчас пицца, ребят. Последний, 7. На один фонарик буквально, блин, мы не успели насобирать. И пицца, как говорится, закончилась. Ладно, забираем с тобой все здесь награды. 2 отката, и здесь 3 отката. Итого 5 откатов еще сверху, ребята, нам прилетело. Это крутенько. Так, 17-24 берем. Но тут уже 77 ранг, ребят. Так что берем супер шредера и, наверное, берем маузера. Раз, два, три. Все, хорош. Так, ну, маузеры, по идее, должны быть первыми ходить. Или майки. Маузер все-таки мои. Отлично. Ну что? Бам! Хе-хей! И добивка от супершредера. Нормально. Нормалек. Тут никаких претензий у меня нету. Просто взяли, нахлобучили. На храпчика мы их просто прижучили, ребята. 55 ранг, то есть половина уже ранга мы с тобой одолели. 17-24 ищу. Так, в чем проблема, я не понял. Буржуи, дайте мне 17-24. Какой, блин, 17-23? Вы запарили уже, вот, серьезно говорю, запарили в корень. Да вы издеваетесь, что ли, а?
Было до этого 17-24. Ребят, я лично видел, блин. Вот. Офигеть. Прикинь. Вот так вот они делают, ребята. Вот так они делают. Не дают, не дают, как говорится, спокойно жить. Ну-ка, давай вот так вот сделаем. Да ладно, хорош. Завязывай, давай тут придуряться еще. Сплинтер еще и выжил, умудрился, а? Еще я даже контратаку провел. А вот этот знак, это V, Victory, то есть победители, означает. Так, ну что, сейчас должна быть 45-я, по идее, да? Блин, 46-я. Я просто смотрю, как наши ребята откаты все тают, тают на глазах. И персонажей все меньше, меньше. Я не знаю, хватит ли нам вообще добраться до Лиги Мастеров. Кстати, я вспомнил, что я могу перед работой, ребята, быстренько, как говорится, еще перед работкой, ну, перед тем, как пойти на работу, быстренько там пару пятерочку боев сделать. И, в принципе, занять нормальную позицию, что за то время, когда я буду на работе, в понедельник меня не сбросят. Но это, соответственно, для того, чтобы получить платину осколки в полном объеме. Ты же видел, сколько нам еще персонажей нужно прокачивать, ребята. В платиновый ранг. Дофигище, просто дофигище, ребят. Ни один, ни два, там десятками. Можешь представить, сколько недель нужно? Да какой там недель, сколько месяцев, а может даже и лет надо убить на то, чтобы прокачать всех в платиновый ранг. А еще больше, это чтобы им прокачать, наверное, всем седьмой ранг скиллов. Ты можешь представить, сколько нужно заработать эксперт снаряжения, чтобы каждого прокачать? А уровень поднять сотый, ты знаешь, сколько надо времени? Это ж трэш. Ну да. Так, ребят, ну зато у нас 29 место уже. Так, они опять за свое. Они опять за свое. Начинает 17-23. Мне втюхивать. Ну. Как вот специально, а? Я поэтому, ребята, здесь не меняю ничего. Я беру Армагона и беру именно Маузеров. Потому что они по инициативе вроде бы хороши. Ну и, соответственно, их достаточно здесь двоих, чтобы раскатывать всех. Ну и при всем при этом мы тратим всего лишь два отката. То есть, как бы для меня это выгодно. Было бы, конечно, круто, если бы Маузер бы просто с одной плюхи бы выносил всех наших противников. Это было бы вообще топчик. Потому что нам бы приходилось бы всего лишь один откат. Ну, видишь, дальше мы с тобой его... Он у нас максимальный, мы его дальше прокачать не можем. Блин, 8 ступенек. Ну, опять игра начинает свое, ребята. Она опять начинает зажимать мне кубки. Меня вот это вот вымораживает просто. Да, и бойцы заканчиваются. Неужели не дойдем, а? По моему расчету, это еще 3 поединка надо, ребята, сделать. На 5 персонажей, ну, 2 по откату. Это, считай, 9 бойцов плюс 6 откатных будет. Да. Как-то не вяжется у нас здесь с тобой игра. Ну, десятка? Да какая там десятка? 12-й, видишь, на 8, ребята, 8 дают. А раньше стабильняк было десятка. А сейчас дают 8. Ну, я имею в виду прокупки. И, как видишь, персонажи. То есть, мы получаем. Если вот судить то, что у нас сейчас выходит, получается, то мы с тобой только-только зайдем в Лигу все. Ой, в Лигу Мастеров 3 звезды, и все. Но там никакого, ребята, не будет у нас этого. Как сказать, не продвижение, а... ну, зацепиться, короче, мы не сможем с тобой. У нас там будет позиция 90-я, может быть, максимум 85-я. Скорее всего. Никакого продвижения не будет. То есть мы не сможем закрепиться. Ну, я об этом и говорю. Вот я об этом и говорил. Все, вот сейчас вот последний поединок у нас. Наверняка, 100%. Так, Армагон плюс Маузеры. Раз, два, три. Нет, еще один будет бой. Еще один бой.
Ну, смотри, мы сейчас с тобой зайдем, да, где-то 90 позиция. Это в лучшем случае, если мы 10 кубков с тобой наберем. И плюс еще, ну, давай возьмем восьмерку, да, 8. То есть, получается, где-то 82-я, 85-я позиция будет вообще по конечному итогу. Это вообще ни о чем. Нужно, нужно, ребята, чтобы был хотя бы полтишок. Но то, что мы уже с тобой в Лиге Мастеров 3 звезды, это уже, ребята, говорит о том, что круто. Почему круто, ребят? Мы начали с тобой в среду играть. Не с понедельника, мы начали играть со среды. Поэтому, друзья мои, считайте, за 4 дня в Лигу Мастеров добраться и взять 80-й ранг, ну, это, я думаю, что достойно. Очень достойно. Ну вот и все. Давай посмотрим, где мы там закрепились, закрепимся. 80-е, наверное, ну, 83-е. Вот, 80-е, шикарно. Так, друзья мои, ну что, идем на испытания. В технике в эти, блин. И давай эксперт снаряжения выбивать. О, снаряжение техники выбили. Да что такое, в последнее время, ребят, что-то как-то не прет, не везет нам на эксперт снаряжение. Ты посмотри. Есть. Есть, друзья мои, получил, но... Давай, по... Ага, ну мы... Чё я сделал-то? Это вот такой команды я... Ну ладно, хорошо, ребят, я думаю, мы все-таки втроем здесь пройдем. Я забыл взять остальных. Что-то нажал на старт и все. В принципе, команда здесь нехиленькая, так скажем. Давай, наверное, с этого начнем. Кстати, я что-то удивлен немножко, что здесь нету каких-то бойцов. Тут обычные вот эти маузеры и боты. Очень удивительно. Так, и последняя, третья волна. Это засранец-бот. Ну, робот. Не знаю, как его. Недоцыпленок из Робокопа. Такая пушка и такая маленькая голова там у него. Ты глянь-ка, еще и... Ах ты засранец мелкий. Он еще успел выстрелить по мне, понимаешь? Ну тебе же хана, парень. Не, маузер не пробьет, наверное, его. А вот Крэнк, Крэнк, да. Все, друзья. Да выпендривался хламон. Но единственное, что мы здесь с тобой пофармить уже ничего не сможем, так как элементарно не хватает вот этих сыра. Мы его просто сейчас с тобой слили. Но зато снаряжение техники. Ну да, да. Ну что, в принципе, нормально, ребят. Нормалек все у нас было. Все хорошо получилось. Я жду, жду, ребята, жду и не дождусь, когда мы все-таки кого-то переведем в платиновый ранг. В первый раз у меня так долго это все висит. Ну что, друзья мои, а на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.